Прокуратура Ноябрьска вынесла представление руководству общества «Ноябрьск-электросеть-строй». Проверка установила, что в январе зарплата всем сотрудникам была выплачена не в полном объеме. Задолженность на 12 февраля составляла более 27,5 миллионов рублей. Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено. И, как стало известно сегодня, задолженность по заработной плате на предприятии полностью погашена. А вот в отношении юридического лица возбуждено административное производство, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда Ямало-Ненецкого